Вот мы приехали на крабовую рыбалку. Посмотрите, какие лодки бывают. Вот такая вот длинная лодка. Внутри нее вода. Самое интересное, что вот эта вот лодка, вторая, которая вот синяя, она привязана к вот этому катеру. Ну не катеру, конечно, но блин, прикольный. Жалко, мы поплывем не на таком. А то реально катерок-то прикольный. Вот там еще лодка стоит. Мы не выспались, сейчас очень рано. Мы поплывем вот до таких лодочках. Их две. Ну, сейчас буду снимать, когда уже сядем, в принципе. Вот мы уже в лодке. Все отлично. Навес. На воду, надо... Да погоди еще, господи. Маша, успокойся. Вот ты, блин, не сможешь родиться в морехоз. Сиди уже. Сменил сферу эту, как его, питание. Там у нас водичка мутная. Кстати, эту лодку перекрашивали. Что, будем садиться на другую? Что это не завелось? Все, ну ставим. Эта лодка, по-моему, не заводится, но может мы на той поплывем. Ну, а если мы не поплывем, с этой неудобно ловить. Пересели мы в другую лодку. Капец. Пересели. Из-за того, что та лодка заводиться не хочет. Ну вон запасной вариант. Еще одна плавает лодка. Вон та лодка. Ну в общем, в принципе, окей. Воду взяли? Воду взяли. Дальше.
раздали всем напитки. Калавасима. Кову раздали. Калавасима. Все, мы дали форсаж. Оказывается, у нашей лодки есть якорь. Допью колу, и мы будем ходить по всей лодке снимать, хотя лодка маленькая. Вот. Мы уже... Да, реально рыба. Вот мы уже плывем туда, где крокодила плавает. Главное, чтоб не пиранья была. Пиранья есть тут? Нет. Есть? Пиранья только в мазонке ловят. Да. А, вон ловушка стоит. О, прикольно. Ну, в общем, сейчас будем... Смотрите, медуза какая. Да. Медуза. Вон, смотри, сколько. Причем речная, блин, они обычно же морские. Я не буду здесь купаться. А вон какая-то зверюга. Рыба такая, блин. Иди вон, поставь. Иди к нему. Давай. Пускай, мальчик. Пускай.
Давай, кидай. Бросай. Бутылку бросай. Молодец. Вот мы стоим, ждем, пока ловушки наполнятся крабами. Ну, что там? Что-то проплывает. Человек на пироге плывет. Да я на пироге. Ну, пойдемте, покажу вам. Какую-нибудь экскурсию. Ну, по водке. Здесь туда, капитан. Не-не-не. Бензин? Бензин? Да. Из ночной колы. Он только змею помнит. Так, сейчас надо. Ну, хотел бы на змею посмотреть. При чем тут змеи? За дядь Вов змея гонял. Когда? Когда он ночью гулял. Или что там закрылось? Ну вот так вот. Вот такие дела. Тут дно видно. Якорь. Вот. Да. По лодке походить, конечно, скучновато. Ну ничего, по самолету походить, думаю, не будет скучновато. Так, сейчас вот тут водичка есть. Здесь, ну, зато на этой стороне, но есть. Там какие-то шипы странные. На дне. Сейчас одно растение какое-то растет. Интересно. Вот оно растение. А вот шипы всякие на нем. Один даже вот выпирает. Ну давайте. Что-нибудь придумаем. Сейчас мы за крабами поплывем. Уже вдали. Сейчас будем плыть. Интересно, поймали или не поймали. Сейчас по лодке будут крабы ползать. Джакузи. Камень, который плывет. Наверняка это не камень, но похоже. Кто свои ловушки кидал, тот и тяните. Я буду тянуть свою. Кто свои ловушки кидал, тот и тянете.
Артём, ты не вытянешь, он тяжелый. Мы сами будем, сами. Ну, иди. Давай, тяни. Твои две посмотри. Потом говорю. На руку одень. Сам. Тяни быстрее, Вовчик. Прям сильнее. Что, нигде крабов нету, ни в какой ловушке? Сняли 4 ловушки, пока они пустые. 3. Ура, банда! Барле! Вертили! Я сам. Сколько у нас было? Не, я снимаю. Ловушках крабов не было. Плывем еще к одной и будем надеяться, что хотя бы там будет краб. Вот так. Поймали мы крабов. Уже нормально. Вот 3 краба мы поймали. Это какая-то? Это самое вкусное. Мало. Надо полный ведро. Ну, бля, продали. Давай дальше. Давай, что вы сделаете? Ну, такие нам по 400 продавали. Да. Да.
что, еще будете? Я думаю, у нас форум. Отойди, Макс, отойди, не знаю. Сейчас будет еще. Вон она, ловушка. Сейчас он поймает бутылку, мне отдаст. Нет. По-моему, это последнее. А, эти подпись. Деньги. Ну иди, идиот. Вон. Сейчас, подожди, он возьмет бутылку и отдаст тебе веревку. У нас есть еще один краб. Я поймал краба. Давай. А, нету. Здесь нету. У нас есть еще один краб. Я поймал краба. Нету. Здесь нету. Но факт тот, то, что крабов уже 4. А вот еще. Барли. По другому борту. Барли. Не, давай его отпустим. Не надо его отпускать. Нельзя его отпускать. О, куда сюда? Еще один. Блин, я отхожу. Эре, дурай, далей! Куда? Ага, вот все. Эй, мы что, профукали одну? Вот такая у нас сегодня веселая рыбалка. Да, крабалка. Что, есть краб? Уже 5 крабов, не считая маленького, это 5. С маленьким 6. Что у нас тут? Напитка проливания, да? Нету больше, все. Ардавили. Ардавили. Ну это маленький, его тоже надо выпустить. Да хватит, не надо его выпускать. Давай я сам я его поймаю. А? Барабарендравили, а да? Муро, наку, айду, ару, ардавили. Так. Инаяр мундрва дали. Сколько ловушек. Сядь. Дай пройти. Чувак, Я поймал сюда, да. Чего это Ленка не так была?
А нету больше? Помчали. Вон бутылка плавает. Бутылка плавает, вон. А, одну же проехали, да. Так вроде она пустая была. Одну проехали. Нет, там какую-то проехали. Нет, мне их рамка была. У нас последний достал. Вон, видите, смотри. Да? Ну, что-то такое глухое, да. Нет, руку, да, вот такой вот. Есть! Ёшкин! Капитан, блин! Капец, что здесь? Я тебя самого собью. Сейчас дубль 2, закидываем ловушки опять. Блин, мы паука поймали. Вот так. Походу мы одну ловушку пропустили. Попался вот такой лёг лобстер, утащил на дно вместе с поплавком. А, там на этот клуб. А это чё плавает, где на плавке? На крабовой рыбалке у нас получилось два в одном. Мы сейчас будем ловить рыбу вот так вот. Бутылки, крючок, леску. И заодно будем ждать, пока крабы будет двойной. Представляете, вообще здорово. Ну, а я пойду пока пауков грохать. А, кстати, вы знали, что в реке медузы обитают? Это вообще... В общем, мы рыбачим. Когда пристают всякие пауки, поклевки у нас есть. Но рыбу не поймали. Вот так. Пока идет вот так. И что, мы поймали огромного края? Не огромного, не мелкого. Видео с крабами уже почти наполнено. Он большой, хороший. Большой, вот такой большой. Вот нормально. Вон большой. Вот этот зачет. И вот там вот такой же, там еще больше. Давай. Во, зашибись. У нас уже много крабов. Кто дернул? Надо самому дернуть. Сейчас вот этот, если убежит, Кирова, блин. Побежал. Валим, валим. Давай ведро принесем. Вот у нас такое чудо и еда. Thank you.
это? Кто это? Кто там летает? Да, вот он. Взял? Сейчас я отлишню хотел. Ой! Пускай. Ведро поближе давай, подайте. Давай. Это что, кровь? У тебя крови что-то херачит? Дом на один. Давай, отстань. Ай, ё-моё! Да пофиг, что он делает. А палец надо как-то продезон эту самую. Сейчас Ромочку помой. Давай, выкинь. Паша, я вот... А вы про того забыли. Вот он, вот он. Манюка. Ничего себе, крабик! Хороший такой. В общем, ведро у нас пополняется уже. Я не знаю, что они поспокалывают. Он вышел, взялся. Потом раз, спокойненько. Чего? Что-нибудь по краю едет. Потом прям раз веревочку подвел. Вот он. А вы про того краба забыли? Вы про того забыли? Сейчас будем ножом его. Идите, хватайте кто-нибудь. Да, он сам будет. Здоровяк какой. Все, уполз. Блин, он нитку. Вот, все. Вот это уже половина ведра почти. Малюшки. Три маленьких краба еще у нас. Хороший. Маленькие. Ну нет, вот этот большой. Один большой, пап. Давай, Лёха, поймаешь. Да, давай, пап, ты. Так. Дальше. Сначала ту. Осторожно, укрытие. Укрытие. Да, покрытие. А это наше? Угу. Вот еще один у нас здоровый. Давай, лови. Вон еще две. Вот и вот. Еще да вон краб. Вот сколько их. Черное пятно. Вот это вообще зачем? Смотри, прям жуть. Один. Сюда, на это. Вот так. Все, приплыли мы на рыбалку. Сейчас будем рыбачить. Говорят, что тут по колено, но дно, наверное, было бы видно. Закинули мы вон там. А здесь у нас бутылки плавают. Чей-то шлепок далеко плавает. Всякие растения. Рыжий муравей. Представляете, рыжий муравей. А тут они огромные. Вот так. В общем, мы рыбачим. Я пью фанту. Я же говорю, там есть. Ой, не дерутся. Дерутся. Они маленького сейчас засыпают. Я вот такого хочу. Ой, он прыгает там. Вот я вот такого хочу. Вы его сейчас покалечите. Я хочу вот такого. Что творят? Они вообще покалечат. Они друг друга жрут. Они друг друга жрут. Они друг друга жрут. Я буду такого покалечить.
У них там прямо напряженка. А у нас отдых. Сейчас ловим мы фишинг и одновременно отдыхаем. Прикольный день. В общем, мы сейчас половили рыбу. Несколько раколовок тогда закинули. Сейчас мы опять их вытащим. Встанем еще на какое-то место и поймаем какую-то рыбу. Рабу. Ну, в общем, вот так. Пока дела вот так идут. Потом покажу ведро. Что мы с ней делать будем? Я же говорю, да они убегают. Они убегают, никогда близко. Мы рыбачили, уже к закату солнце прям садится. Круто, тут вообще шикарно. Нет, это получается по времени так. Просто позже выезжаем за грабит после обеда. Да, да. В общем, план на рыбалке такой. Мы сейчас приедем на берег, будут рыбачить. Ой, мы будем рыбачить, а нам пока приготовят крабов. Вот так. Угу. Плывем мимо ресторанов. Опять тот самый мост. Рыбачить скоро будем с берега. Вон по мосту. У нас велосипедисты едут. Вот так. Все, мы приплыли. Будут готовить крабов, а мы будем рыбачить с берега. Вот так. Поймали там снайпера большого. Сейчас будем рыбачить рядом с ними. Не с ними, но рядом с ними. Ну бы хотя бы одну рыбку и уже богатую. Ну, рыбку я имею в виду нормальную. Так, сначала надо залезть на эту лодку. Паркур. Это паркур. Залезли. Дальше такой разъем. Почему тут все лодки называются джекс? Джекс. Даже крейсер. Это из-за того, что там тоже джекс. Видите, мы плывем. Давайте посмотрим, что там. Что схватилось? Рыба? Ладно. Вот такая вот лодка. Мы плыли бы на такой. Блин, чуя с полом. Ну вот, смотрите. Тут он. Повезло, что мы все же на этой поплыли. Это вообще кошмар. Странно, а это куда я так делался? Ой, это даже якорь нет. Теперь делаем своеобразный паркур. Хопа! Может быть, мне попроситься вон на тот корабль или нет. Ну, посмотрим. Очистки выкинули. Наверняка там паучки были. Все, типа до свидания. Ну, окей. Сказали, что принесли крабов. В общем, иду на это чудо смотреть. Надеюсь, нам их без всяких. Он рыбачит. Лёх, пойдем. Не отвлекайте рыбака. Вот он наш улов. Выбирайте, он все самый прикольный. Ничего, их не мыли. Здоровский. Что? Приятного аппетита. Ну, соус уже надоел, я хотел. Без соуса, да, без масла, без этого. Нет у них специальных крабов вилок.